поисках мужского голоса. Так, чтобы мороз по коже и дыбом вставали волосы. Чтобы мокрыми были простыни от объятий и поцелуев россыпи. Чтобы ночь спотыкалась и падала. Чтобы день пробегал незамеченным. Чтобы с глазу на глаз окаянные падали на кровать беспечно. Чтобы снова пропасть и не встретиться с миром этим и людьми равнодушными. Мир — это когда двое вокруг друг друга вертятся. Остальное — тщеславие и малодушие.